Исполнительные органы власти республики отчитались перед жителями Якутска по итогам работы за 2015 год. С основным докладом выступила председатель правительства республики Галина Данчикова. Как отметила глава Кабмина, прошедший год позволил республиканским властям исполнить все принятые социальные обязательства. 66% общего объема бюджетных средств или 114 миллиардов рублей направили на социальные проекты. Также в полном объеме реализованы планы по строительству, ремонту дорог, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Результат такой работы – продолжительность жизни якутян выросла стабильно, сохраняется прирост населения. Среди субъектов ДФО по этому показателю республика занимает первое место, по России – седьмое место. Также Галина Данчикова затронула проблемные места в экономике республики. Так, несмотря на внушительные средства, выделяемые на развитие села, сокращается поголовье крупного рогатого скота и сохраняется уровень миграции сельского населения в города. Согласно проведенному опросу, среди населения многие недовольны работой медицинских учреждений. При этом продолжается оснащение объектов здравоохранения высокотехнологичным оборудованием.